Здравствуйте, с вами Android Androidович. Сегодня хотел рассказать о игре под названием Shugaden. Данная игра стоит 98 рублей, и она недавно появилась у нас в Play Google. Вы играете... данная игра, она обучающая для ваших детей и также для всех остальных, кому нравятся такие игры. Вы управляете каким-то пришельцем, который... Сейчас я... Вот конкретно наш пришелец, который пытается свой сад... чтобы он рос, ухаживать за ним, все остальное. Каким у нас образом происходит управление? Мы наклоняем планшет влево или вправо. Когда мы идем, путешествуем по почве, видите, у нас зеленая трава появляется сразу. Он как бы куда бы ни встал, да, он свой садик, он это, становится более зеленым и все остальное. Также наш пришелец может подпрыгивать, для этого мы тапаем на него, и он подпрыгивает в воздух. Таким образом, он может с различных деревьев брать различные семена, которые может потом садить в любые другие места. Вот, давайте сейчас я маленько прокачусь. Также, видите, тут вода различная будет податься. Также наш пришелец может засадить... Вот, допустим, видите, семена это... Мы вот так вот делаем, подпрыгаем и забираем. И также мы можем эти семена в любом другом месте, разбросать. Допустим, я нажимаю на кнопочку, я трясу планшет, и у нас вот это, как растение, мы посадили. Также наш пришелец может, нажимая на него так этапом, он может засасывать тоже все растения, и также может... В каких местах их растить, допустим, смотрите, здесь, допустим. Помимо этого, с правой стороны у нас появляется еще похожий пришелец, мне кажется, это парень, а за ним следует девушка. Вот, не знаю, для чего это нужно. Также, видите, можем под воду нырять. Вот. Прикольная игра такая, необычная, очень, очень необычная игра по своей сути, по сюжету, по геймплею, по всему остальному. Также... данная игра содержит более 30 различных растений и цветов, вот, которые вы сможете посадить, вырастить и все остальное. Видите, даже какой-то жираф есть. Интересная игра, думаю, стоит она своих денег. Необычная, в первую очередь необычная, вот. Так что советую обязательно вам, если такая игра понравится, обязательно ее приобрести. Вот всякие черепахи, вода, нормальная игра. И особенно мне нравится музыкальная составляющая данной игры, потому что она очень такая успокаивающая, очень соответствует самой игре. Ну вот, вроде все, что хотел сказать, рассказал. С вами был Android Android. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.